Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня у нас обзорчик от Кучинелли, новинки, я все их поскачивала, вот, и собрала такое вот, такое видео коротенькое, не совсем коротенькое. Ну, в общем, сейчас я вам расскажу про свое мнение, что мне нравится, что я планирую. Новинок много, мнение такое расходящееся, разное. Вот, сейчас первый вот этот вот жилет и кардиганчик, он, ну, такой узор интересный, но, конечно же, мы его вязать не будем, потому что он сложный. Я просто как идею, видите, как двоечка такая, я его все-таки в этот обзор внесла, да, добавила. Вот, и такой вот джемперочек, все это одним узором, такой вот сложный, аранистый. Ну, если, конечно, разобраться, не очень-то и сложный, но меленько-меленько связано. Я такое не люблю, вы знаете, я люблю быстро. Ну, этот джемперочек, кстати, он уже был вот в предыдущем моем обзоре, этот я планирую, если найду пряжу подходящую, то я, конечно, его планирую вязать. А вот эти вот несколько моделей, это, по-моему, из старых коллекций. Вот этот, кстати, узор, девчонки, там еще будет кардиган, я его уже как-то сделала. То есть у меня уже есть образцы, я его пробовала вязать, я его рассматривала под микроскопом. На самом деле жилет простой, вот за счет узора. Вот сейчас ушел он, но он сейчас придет в виде кардигана. Но этот узор и этот жилет, который был, я его буду вязать. Вот этот вот интересный с капюшончиком, это как идея. Ну, можно саму модель взять, да, тоже она простая. Ну, просто заменить узор, да. А саму форму, сам крой можно взять. Вот этот кардиган, девчонки, вот посмотрите. На него я уже на Алиэкспресс заказала пряжу. Не знаю, что придет. Пока она мне не пришла. Вернее, она мне пришла, но я ее еще не видела. Она пришла в Украину, потому что я скоро буду ехать к маме. Вот. И я заказала туда, чтобы не получилось так, что я его заказала сюда, а сама уехала. Поэтому эта пряжа уже у меня в Украине. Вот этот серия Опера. Красивый очень узор. Понятное дело. Возможно, будем заморачиваться, возможно, и не будем. Не знаю. Пока еще я не знаю. Я пока еще укладываю в голове, пока у меня еще вот точно, однозначно две вот эти вещи. И вот не успеваю говорить за этими моделями. Вот смотрите. Тоже Кучинелли, у него, я так понимаю, много всякой пряжи насобиралось, и ему нужно избавиться от остатка, так как нам. Интересно, идея интересна. Вот это я обдумаю, там еще дальше будут такие джемпера, и я буду над этим думать. Этот джемперочек очень простой и очень такой симпатичный. Полосы с пайетками и полосы простые. Вот смотрите, этот, возможно, я свяжу, мне он нравится. Вот правда, он мне нравится, и я уже знаю, из какой пряжи, и пайетки у меня остались. И, скорее всего, этот джемпер я буду вязать, девчонки. Это так у меня 50 на 50 та модель. Вот, теперь у нас пончо. Смотрите, какое красивое. Ну, вязать его я и не буду. Вот. Ну, тут за счет пряжи, да, вот эта пряжа использована в нескольких моделях, не знаю, видите, что это, как это у них, пока я еще не поняла, девчонки. Я в прошлом обзоре был там кардиган из этой пряжи, не знаю я пока. Вот, ну, интересно, там сделан воротник, стойка у пончо. Вот, кстати, еще джемперок. И этот очень интересен тем, что он цельновязанный. Смотрите, рукава цельновязанные. Вот этот вот я, если и горловина, смотрите, какая интересная цельновязанная. Вот этот я, возможно, тоже свяжу. Я посмотрю свои остатки, вот, и
думаю, что этот я свяжу. Возможно, он не так будет выглядеть, но сам фасон, вот этот цельновязанный. Вот джемпер, кстати, с той пряжи, которую я чего-то не поняла. Кстати, он у меня, по-моему, в прошлом обзоре был. Ну да ладно. Вот. А тот цельновязанный, вот я думаю, его все-таки нужно связать. Он за счет того, что использовать остатки пряжи, и за счет того, что он цельновязанный, я думаю, он будет довольно-таки симпатичным и интересным. Да? Вот эта жилеточка меня очень привлекла, девчонки. Очень такая зорта, ромбы с пайетками, да. Вроде бы как и не сезон, но так как она из махера, видите, связана, и там сейчас будет лук, вот смотрите, как подобран лук, очень-очень мне понравилось вот этот вот образ с этой жилеточкой, с рубашечкой, смотрите, именно коротенькая, очень симпатично. Но очень много жаккарда у него в этой коллекции, возможно, я не все модели оставила, ну, как бы, потому что нам... Ну, я оставляла те модели для обзора, те, которые мы будем потенциально вязать. Вот, вот интересный, тоже не могу понять, из чего. Сейчас он дальше еще будет. Вот, кстати, кардиган, видите, у меня какой-то бардак в этом всем. Но это тот кардиган, который узор, вот жилетка была в начале, узор я уже есть образцы у меня. Я под микроскопом его рассматривала. Вот он классный. У меня, конечно, не получился на 100% этот узор, но эффект тот же, по большому счету. А вот кардиганчик тоже из остатков, из той же серии, как этот джемпер, да. Но кардиганчик я не буду, а вот этот вот джемперочек, я думаю, что все-таки я свяжу, девчонки. Очень уж мне понравилась вот эта сама конструкция. Вот второй раз этот кардиган. Скорее всего, из махера с капюшоном. Узор мы этот уже вязали, кстати. И за счет махера, видите, он в нескольких изделиях использует этот узор. Но разная пряжа, и ну, вещь получается другая. Такой, возможно, я свяжу из махера. Вот. И он похож на тот, который я уже вязала, но узор другой. Вот это тот узор, который вначале был джемперочек черный, да, с 3/4 рукавом. Нет, это другой узор, девчонки. Нет, нет, нет. Там не такие ромбы. Он похож, но он другой. Не знаю, будем ли мы с ним заморачиваться, либо не будем. Скорее всего, что нет. Я сейчас просто говорю свои мысли, что я, как бы, что бы я сделала, что бы я не делала. Ну, а модели представляю вам. Джемпер универсальный. Я бы сказала, что очень такой классный, такой бы нужен вот каждой женщине. Здесь я разберу узор. Вязать я его, скорее всего, не буду, а вот узор разберу. Вот там такие ажурные полосочки. И очень такой, то есть в гардеробе такой должен быть. По моему мнению, девчонки. Вот интересная вещь. У Кучинелли появилась. Поясная сумка. Буклированная пряжа. Орнамент. Интересно, да? Я когда-то крючком эту сумку вязала. Ну, и здесь в обзор я ее поставила как идею, да? Вот. Хотя интересно было бы сделать такую вещь. Наверное. Ну, там надо совмещать и шитье, и молния. Это не так просто. Шапка. Я думала, что это шляпка, да? А она не совсем шляпка из гумы. Все, кстати, и Шанель, и Кучинелли все что-то ударились в эту буклированную пряжу. Ну, вот я ее заказала 1,5 килограмма на Алиэкспресс. Будем вязать. Вот пончо в клетку. У Шанель тоже в клетку там кардиганы из буклированной пряжи. Что-то я сделаю, я еще закажу. Я посмотрю, приеду в Украину, я пощупаю эту пряжу, свяжу образец. Если она хорошая, я, кстати, нашла по хорошей цене у хорошего продавца. Вот, мне очень понравилось. Я не могу сказать на 100%, но если она мне понравится еще в вязке, в образце, я обязательно закажу другие цвета и что-то сделаем в клетку. Еще Кучинелли у нас
Внимание, шлемики и вот эти чулок на голову, которые я не люблю. Я люблю капюшоны объемные, хотя вот эта вот модель, она более практична, потому что не задувает. Вот, и Кучинелли подсмотрел наши мастер-классы. И еще даже ушанка у Кучинелли, девчонки, это я просто оставила посмеяться. Это то, что мы уже вязали, и есть у меня эта ушанка на канале, и именно резинкой 2х2, и все есть. Вот и варежки. Варежки очень симпатичные. Вот детали там дают как бы изюминку, их тоже можно сделать. Ну и в принципе все, девчонки. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.